внедряем те технологии, которые были получены у нас при борьбе с туберкулезом и другими заболеваниями легких, здесь непосредственно в ледовом дворце. В частности, мы используем дыхательную гимнастику тайцы, которая позволяет нам в комплексе с методами лечения медикаментозными ускорить процесс восстановления пациентов и уменьшить количество осложнений во время лечения, а также уменьшить количество осложнений, которые могут оставаться после лечения. Я, во всяком случае, уверена в том, что оно полезно, просто нужно как следует изучить эти движения. Я думаю, что любые восточные вот эти вот учения, вот, дыхательные, особенно вот эти гимнастики, я думаю, что это все, ну не все вообще во здравии, что говорить. Думаю, да, думаю, очень полезно, и думаю, это нужно. И помимо такой пользы, я думаю, что еще это и польза, ну, скажем так, на каком-то эстетическом уровне, и то, что людям есть чем заняться, а не тупо лежать там, глазеть куда-то в потолок, помимо прочего. Польза для дыхания, польза для души, польза, ну, как времяпровождение, в конце концов, это интересно.